Представить свой гардероб без любимых джинсов? Но уж нет. Тем более в этом сезоне дизайнеры призывают нас к экспериментам с любимым денимом. Если говорить о моделях, которые более актуальны, конечно же, это остались те самые бойфренды, которые мы все полюбили. Это и разного рода очень интересные модели клёш, которые, опять же, несут в себе вот ту самую ретро-нотку. И их возвращение напоминает нам историю хиппи и расшитые цветами с оборванными краями, с разными потертостями. Все это очень-очень актуально. Единственное, здесь нужно знать меру. Не стоит перегружать образ избыточными деталями. Делаем акцент на один элемент – вышивку, вставки или необычный крой. Дизайнеры настоятельно рекомендуют выбирать самые необычные вещи – олдскульные и винтажные. Это удлиненные жилеты с металлическими вставками или заклепками, объемные жакеты по форме, напоминающие бомбер. Полюбившиеся с прошлого года мамины джинсы стали хитом ретро-образа. Чтобы не добавлять избыточного объема фигуре, нужно акцентировать какую-то одну ее часть. То есть вот действительно такие вещи, они очень нужны и приемлемы тем девушкам, у которых объема не хватает. Либо, опять же, тем девушкам, у которых есть цель подчеркнуть линию талии каким-то образом, либо, наоборот, скрыть животик. То есть вот эти вот вещи, которые достаточно объемны, они будут как раз все эти цели преследовать. В пару выбираем контрастный кроп-топ или джинсовую рубашку. Подчеркнуть достоинство фигуры помогут сочетания денима разного цвета. Комбинаторика смотрится более выигрышно, чем монохромные образы. Главное помнить, что светлое расширяет, а темное скрывает недостатки. Если все эти скучные правила вам ни к чему, примеряем очень смелый тренд. Нам понадобятся самые рваные джинсы и колготки в сетку. Такое смелое чулочное изделие долгое время считалось слишком вульгарным, но не этим летом. Этот сезон очень актуальны остаются комбинезоны. Они к нам тоже перешли с прошлого лета, еще не так активно тогда носились. Сейчас эти комбинезоны также могут быть более свободными, либо талиными. Все будет зависеть от того, какой фигурой вы обладаете. И не отказывайте себе в удовольствие похвастаться летом фигуркой в кокетливых шортах. Берем на вооружение интересные принты и тонкие ткани. Это лето обещает быть стильным, ярким и жарким.